И о событиях дня подробнее. Леса горят в Иркутской области. Сейчас действуют 3 пожара. Их тушат почти 100 человек и более 20 единиц техники. При этом за последние 5 дней спасатели зафиксировали 64 очага. Огнем уничтожено более 1000 гектаров леса. Большинство пожаров были потушены спустя сутки после возгорания. Самый проблемный район – Усть-Удинский. Туда уже направлены дополнительные силы пожарных. В большинстве случаев ЧП происходит по вине людей. В минувшие выходные по подозрению в поджогах были задержаны 3 человека. По всем фактам пожаров проводится расследование. Виновным грозит крупный денежный штраф, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В целом по Сибири сейчас горит 9 тысяч гектаров леса. Наиболее напряженная ситуация в Забайкальском крае. На этой территории уже введен режим чрезвычайной ситуации.